было. Мне 34 года. Я начал употреблять легкие наркотики в 14 лет, тяжелые наркотики где-то в 17 лет. Постепенно все интересы, все мысли, все потребности, желания фокусируются только на наркотике и на средствах его получить. У меня была очень близкая подруга, она была для меня как сестра, мы вместе употребляли. Но это была такая настоящая дружба в один вообще неожиданный момент. Она умерла причиной наркотики. В этот момент я уже понял точно, что если даже с ней так произошло, то это может произойти со мной. Я себя изолировал и уезжал, и приковывал наручниками, и закрывал все двери. Это ничего не работало. Ну, в сообществе «Анонимный наркоман» такой подход, что это болезнь. Она неизлечима, она прогрессирующая. Чисто только сегодня, это значит, что бы ни произошло, только сегодня я не буду употреблять. А потом приходит следующий день, и опять ты говоришь себе те же слова, что завтра я тоже буду чистым. Уже 8 лет я не употребляю наркотики. Ну, мне кажется, что любой, даже один человек, кто вышел из этой проблемы, это уже чудо.